Всем доброго времени суток, девчонки, заказ свадьбы у вас получилось частями, поэтому хочу быстренько с вами поделиться, чтобы уже использовать быстрее все это в эксплуатации. Смотрите, что в первом заказе мне пришло. Это куртка. И я, наконец, решила заказать себе такие наушники. Мужу я когда-то покупала оригинальные, но оригинальные очень дорогие, поэтому я решила заказать вот такие вот. Артикул i100, цвет белый. Я прям в пункте выдачи померила куртку. Мне она подошла идеально, меня все устраивает. Это Zola. 200, по-моему, она обошлась мне. Эмочку я заказала. И вот эти вот наушники 900 с копейками. Только я достала один наушник из коробочки, как сразу же мне телефон написал. Подключить, подсоединить. Вот, смотрите. Время доставки. Спасибо за покупку. Вот так они выглядят. Вот. Здесь вот такие данные. Отзывы, кстати, очень классные. Там столько продаж. Ну, не знаю, отзывы, может быть, за то, что вот они тут типа спасибо, да? Вот. А может быть, действительно, реально отзывы такие хорошие. Так, сейчас я попробую достать. Одной рукой прям не очень удобно, но... В общем, сконнектились у меня сразу, потому что товар это невозвратный. Я на пункте выдачи их и проверила. Так, давайте сейчас я открою, разверну куртку, открою вот эту вот и покажу вам. Вот я открыла, смотрите, здесь вот такая вот бумажечка. Продаем лучше по соотношению цена-качество, будем признательны. А, вот, да, видите, может быть, поэтому так много отзывов. Ну, я на это все не ведусь, я вам честно, когда показываю, ну, сразу рассказываю. Да, да, нет, нет. Так, в общем, выглядит вот так. Похоже на настоящие AirPods, и правда. Просто меня жаба душит. Слишком дорого. Так. Уровень зарядки. И все, кстати, да, пишут в комментариях, я обратил внимание, что он заряженный на сколько-то там процентов. Вот, видите? Я достала вот так один наушничек. И мне сразу телефон написал. Подсоединить AirPods, причем он мне написал. AirPods i100. Вот так они выглядят, они маленькие. Не как китайские, знаете, такие вот огромные, а реально как AirPods. В общем, девчонки, я не могу пока ничего сказать, потому что я их еще не эксплуатировала. Они у меня подключились к телефону, я зашла в ВКонтакте, включила песню первую попавшуюся. Звук очень чистый, хороший. В общем, буду эксплуатировать, и потом, кому интересно будет, я спустя там, ну, месяц хотя бы, ну, хотя бы 2 недели, я в комментариях напишу. Да-да, нет-нет, выглядят вот они, видите, прям действительно похожи на AirPods. Самое главное, что это не бандурина вот такая огромная в ухо. И вот куртка, смотрите. Zola. Zola мне нравится очень. Я либо Остин, либо Zola. Такие проверенные, нормальные. У меня длинные руки. На длину руки вообще прекрасно. То есть у меня все хорошо село. Заказала я М-ку. М-ка подойдет. Кто любит посвободнее, то на 46-й. Кто любит, чтобы по размеру, на 48-й. То есть она такая, 46-48. Обычная черная куртка. Она полиэстер 100%. Здесь запасные, меняем моду вместе, эко-зола, вот, 200, она долго у меня была в листе ожидания, потому что их моментально девчонки разобрали, эти куртки, там еще молочная, по-моему, в таком цвете была, рост 170, у меня рост 179, и мне она подошла идеально. Что мне нравится, у меня есть остиновская курточка, чуть-чуть потоньше и без капюшона. Но сейчас такие ветрища, я давно хотела с капюшоном себе. По поводу кармана, смотрите. Кармашек есть, но кармашек на кнопочке. Вот так. Ну, в принципе, это не критично. Кнопку закрыл, и телефон не вывалится. У меня есть уже похожая куртка. А, вот ниточка какая-то одна. Ну, не страшно. А так, качество хорошее. Зовская зимняя у меня есть такая молочная. Я вам показывала тоже в одном из обзоров. За 3 я ее тогда брала. Вот такая вот курточка. Капюшон. Капюшон, видите, он несъемный и он не это, никак не регулируется здесь, но достаточно глубокий. Я обязательно оставлю ссылку в описании, может быть, куда-нибудь здесь картинку оставлю, кто не захочет переходить по ссылке. Так что вот так вот. А вы не переключайтесь, буквально 2 секундочки, и вторую часть заказа вы посмотрите вместе со мной. Итак, давайте посмотрим. Сейчас пошуршу немножко. Меня Никита прочитал «Дети леса», первую главу, ему очень понравилось. Вот я заказала еще одну, это вторая. Там, по-моему, или 8, или 9, в общем, прилично. «Дети леса», есть «Дети моря». «Опасная дружба» называется. Катя Брандис. Вот.
бестселлер. Ну, ссылочки я потом все в закрепе оставлю, как обычно. Давайте сейчас откроем. Упаковано нормально, повреждений никаких нет. 522 рубля, по-моему, одна книжка стоит, девчонки. Вот, без упаковки. Угу. Мила, как всегда, пошла копать, да, Мил? Ну, смотрите, шрифт хороший, в принципе, да? В общем, ребенку понравилось, пусть читает. Посмотрим. Если и это понравится, значит, будем уже и следующие главы покупать. Да, Никит? Так, следующее, что я заказала. Я вам в тот раз говорила, оставила ссылку, но не показала саму простынь. Она немножко в другом оттенке, такая нежно-нежно-салатовая. Это мятного цвета, 3/9 царство. Ссылка, девчонки, та же абсолютно. 160 на 200 размер. Мята. Вот, Иванова. Все вообще прекрасно, все хорошо. Мне понравилось. Я взяла вторую на сменку. Белый у меня служит как на матрасник. А это в ходу. Так. Вот он, видите, все написано. Телефон службы качества. Правила ухода. Вот и Милка пришла к нам. Да, Милок? Вот. Дорогой покупатель. Ну, цена действительно хорошая. Там 480-600 рублей. Так. Сейчас вам покажу. Тоненький такой трикотажик. Вот. Мила, не грози пакет. Сейчас резинку найду, здесь покажу. По размеру подходит идеально. Вот, резинка. Ну, в общем, мы спим, и все нормально. Ничего никуда не скатывается. Все прекрасно. Да, Мила? Так. Заказала формы под лед. Я тут на самом деле обалдела. Я в фикс-прайсе очень давно искала формы для льда. Нет их. А, формы для выпечки. Думала взять силиконовые. Какая разница? Они как бы годятся на и такую-такую температуру. Думаю, там, ну, мишки, ладно, там, кружочки, квадратики. Нет, только большие. Вот такие вот. Ну, куда мне такой лед, естественно. Посмотрела в Магните. Магнит косметики. В общем, в Магните форма для выпечки такая коричневая в виде мишек. Силиконовая там 240 рублей стоит одна штучка. 249, по-моему. Формы для льда не было. Еще чуть побольше была форма для выпечки в районе 300 рублей. Ну, и, короче, для льда нигде ничего нет. А у меня в холодильнике пластиковая, такая обычная, которая вместе с холодильником нет. Мы же в том году холодильник покупали. И там стандартная. Очень неудобно. Есть еще у меня еще пластмассовые кубики, вот такие вот цветные. В них водичка. Ну, их замораживаешь, и они как бы выполняют функцию охлаждения. Но скоро лето. Ну, как без этого? Без формы для льда. И на Вайлдберрис. Я сначала на Вайлдберрис просто увидела цену 405 рублей, 420 рублей за две штуки. Думаю, как дорого. А промониторила магазины и поняла, что нет, недорого. Нормально. В общем, девочки, я заказала две вот такие формы. Есть в наборе, есть по одной штуке, есть зеленые, там всякие разные. Что мне понравилось? Во-первых, вы закрыли, здесь клапан. Обычно, когда форма без крышки, без этой, да? Сейчас покажу. Ты в нее наливаешь, дрыжит во все стороны. А здесь что хорошо? Вот она форма сама. Вот. Донышко силиконовое. Вот так вот чпок, чпок, чпок. И, ну, вообще хорошо. Все будет вылетать. Это удобно. Потом удобно наливать. Закрыл. Клапан. Открыл. Сюда наливаешь, оно растекается. Ну, я посмотрю, как все это в эксплуатации будет. Так-то, в принципе, все вот оно прекрасно. Силикон базлок. Так. Для жалоб и предложений. Форма для льда. Вот. Еще вот так. Срок годности 3 года. Но мне кажется, у силикона это подольше, да? Вот. 400, по-моему, 5 рублей было, когда я брала. Есть по 420. Ну, в общем, цены разные, девчонки. Надо мониторить, когда скидка.
А так, я думаю, что штука будет удобная. Что еще я заказала? Смотрите. Талисман называется. Рост 104. И такая милота. О, Милка сидит тут, глядит. Это апрель. У меня есть футболки от апрель. Ну, обычное, нормальное качество. Хлопок. Вот, два котенка называется. Светлая бирюза. 100% хлопок. Выглядит это вот так. Класс, да? Смотрите, какие киси. Такие классные. Мне нравится такая прелесть. Ну, туничка такая, дом гонять. Ну, в принципе, можно и летом гонять. Да? И вот она, киса сидит. Чпинг, чпинг. Прелесть. Мне нравится. Так. И сейчас еще покажу. Так. Здесь уже комплект идет. Вот такой вот арбуз, звезда и авокадо. Тоже 100% хлопок. О, ёшкин кот, я вам сейчас буду шуршать и шуршать АСМР в подарок. Они, видите, каждая еще в упаковке. Общая упаковка и каждая в упаковке. Ну, давайте смотреть, ладно. Шуршать так шуршать. Мила, не грызли пакет. Пиу. Так, это у нас... Но московский трикотаж какой-то. Вот он. 104-110 хлопок. Такая вот звездочка. Просто обычная классическая маечка. Швы. Ну, гонять, я думаю. Главное, что хлопок. Ну, мое такое мнение, да? Ну, я, наверное, не буду раскрывать. Они точно такие, девчонки. Просто поближе рисунок покажу, чтобы вам тут реально не шуршать. Вот видите. Авокадики. И арбузики. Вот. Шурочки тут, в принципе, тоже все видно. Ну, и последнее, что я вам покажу. Я заказала энзимную пудру. А в предыдущем обзоре вы у меня видели... Господи, как называется эта фирма-то? Аравия. Я заказывала для лица. Мне нравится, я пользуюсь. Я хотела, конечно, энзимную пудру от Аравия, но она стоит, как крылот самолет, там 800 с чем-то рублей. Я жду, когда мне, может, скидки какие-то будут. Поэтому я заказала от Белита энзимную пудру для умывания. У меня она уже была, я ее уже пробовала. Насколько я помню, она сильно сушила руки. То есть, если сухое лицо, сухая кожа лица, это не подойдет однозначно. У меня комбинированная, местами жирная кожа. Особенно там Т-зона, да. Ну, лицо терпимо, нормально. Но руки мне сушило вот прям караул. Так, и тут какая-то баночка очень маленькая, 53 грамма. Я заказывала до этого на Белорис. Ну, на Белорис у меня заказ не набирается, я там давно уже не делала. А на Вайлдберрис сейчас это как вот вместо всех магазинов, мне кажется, всех вместе взятых. Вайлдберрис, конечно, сейчас рулит в связи с ростом цен, там в Эйвенах и везде. Вот. Кстати, удобно в дорогу брать такую малышку. Вот она. Безупречное очищение. Здесь отзеркаливает. Видите, энзимная пудра для умывания лица. Минеральное очищение. И вот так вот. До октября 2024 года срок хороший. Срок я посмотрела в пункте выдачи. 36 месяцев. Ну так, я думаю, вам видно будет. Поставьте на паузу и прочитайте состав. Так. И здесь одна вот такая вот дырочка. Давайте я вам покажу чуток. Так. Пудру закрыли. Видите, она достаточно меленькая. Угу. Они немножко изменили состав, что ли? Мне кажется, до этого немного другая была. Аромат приятный. Да, мне кажется, немножко ее поменяли. Вот такая вот пудрочка. Почти как мука. Ну, чуть-чуть попадаются где-то вот такие вот крупинки, чуть покрупнее, и все. Вот так вот все, видите? Вот пару крупинок, которые были покрупнее. В общем, энзимная пудра на самом деле очень хорошая штука, только вы с ней не переусердствуете, потому что вы все-таки сушите кожу.
Здесь вообще сколько рекомендуют? Раз в течение 1-2 минут надо массировать. А пользоваться как часто? Применение. Тын-тын-тын-тын. Угу. Ну, не написано. Я думаю, что не более 1-2 раз в неделю. Ну, вот так вот в среднем. Вот такой был у меня заказ, девчонки. Я обязательно все ссылочки оставлю в закрепленном комментарии уже после того, как выйдет видео, потому что комментарии заранее оставить нельзя. Вот, я надеюсь, вам было интересно, полезно, что-то вы себе закажете. Вот смотрите, какая милота. Действительно, хлопок на ощупь, все приятно. И форму для льда, в принципе, я довольна. Так что вот так вот, девочки. Заказывайте, пользуйтесь. По магазинам сейчас ходить некуда, да и особо и некогда. От Эйвена в мае я, наверное, вообще ничего заказывать не буду. Даже если мне понадобится какой-нибудь карандаш там для глаз, я в Эйвен очень люблю карандаши, то я либо в Магнит Косметику пойду, либо закажу на Вайлдберрис. Все. Видите, все на Вайлдберрис в данный момент. Они молодцы, они рулят, у них все, в принципе, есть. Вот. И цены я обычно кидаю в корзину все свои хотелки и наблюдаю. Ага, скидка, надо брать. Нет скидки, жду. Поэтому... Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ждите следующих видео. Я обязательно с вами поделюсь своими новыми покупочками. Вам желаю всегда только выгодных и приятных покупок. Берегите себя и хорошего вам настроения. Пока-пока!